Всем привет! С вами FIFA Ванга. И сегодня мы предложим игре спрогнозировать результат матча между Бельгией и Россией. Во вчерашнем выпуске PES Ванга правильно назвала победителя игры Турция-Италия, но ошиблась со счетом. Но тем не менее, один балл в копилку PESки мы можем записать. И передаем привет Егору Баца, который с первого же комментария предсказал правильный счет матча. Оставляй в комментариях свои прогнозы на матч Бельгия-Россия. И возможно, именно ты услышишь свое имя в следующем выпуске рубрики. Очередная встреча России и Бельгии должна стать серьезным испытанием для подопечных Черчесова. Напомним, россияне отобрались на Евро, заняв второе место в группе с бельгийцами, но дважды уступили им в очных поединках. Бельгия подходит к матчу в статусе очевидных фаворитов. С начала 2017 года команда проигрывала на всех турнирах лишь трижды, так что России придется здорово постараться, чтобы сотворить сенсацию. В первом туре Роберто Мартинес не может рассчитывать на Акселя Витцеля и Кевина Де Брюйне, которые продолжают залечивать повреждения. Учтем этот нюанс при выставлении составов и отправим компьютер рубиться против себя самого. Ну что же, к матчу. Бельгия начинает с центра и быстро идет вперед. Могло здесь что-то получиться, но Доку оборона России разобралась. А уже в ответной атаке Денайер свалил в собственной штрафной, и это пенальти. К мячу подходит Дзюба. И это удар по воробьям, и супер шанс упущен. Еще один топовый момент у России, и здесь Куртуа спасает. Продолжает невероятное давление Россия. Заброс в штрафную, и Дзюба мощно пробивает с лету. Мяч в сетке, счет открыт, Россия повела. Попытка что-то создать у бельгийцев, но мяч потерян. Неплохо обыгрались Мертенс и Доку, заброс на Лукаку, но Ромелу не успевает на этот мяч. А Россия продолжает рвать в атаке. Дзюба отдает на Миранчука, Леха выходит на ударную позицию, мощно бьет, и это штанга. Ответ от Бельгии выходит очень острым. Лукаку обыгрывается с партнером, получает мяч на убойной дистанции, и в таких моментах Ромелу беспощаден. Мяч в сетке, счет снова ничейный, 1-1. Дзюба долго находится с мячом у штрафной, отдает на Миранчука, но защита здесь все порешала. На перерыв команды уходят при ничейном результате. Второй тайм, агрессивное начало от Бельгии. Мертенс и Азар создали еще один момент для Лукаку, и он едва не завершился голом. Шикарный дриблинг от Тилеманса, мяч получает Лукаку и отдает на Доку. Шунин снова спасает Россию. Лукаку пытается создать момент сам для себя, но оборона бдит. Снова Ромелу в центре внимания. Этот его пас на Азара вышел подарочным для России. Миранчук попытался здесь включить свою технику, но не помогло. Попытка штурма от бельгийцев, крепость сборной России пока держится. Шикарный навес от Азара, удар со второго этажа, но Шунин снова тащит. Корнер отбивается Россия, но нас ждет еще один угловой. Может здесь пробивать Ванакин, но этот удар заблокирован. Финальный свисток, ничья 1-1. Таким увидела этот матч FIFA 21. Как все будет на самом деле, узнаем очень скоро. Жми на лайк, если будешь смотреть матч Бельгия-Россия. Оставляй свои прогнозы на него и не забывай подписываться на Кибербол. Всем спасибо за просмотр и до скорого!